Тверской области второй день чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. В среду наша съемочная группа побывала на площадке Тверского колледжа сервиса и туризма, где студенты соревновались в четырех компетенциях. Как это было, увидите прямо сейчас. В этой аудитории студенты соревнуются в компетенции администрирования отеля. Задания непростые. Надо показать свои знания не только на родном языке, но и на английском. Гости-то бывают разные. Эта компетенция одна из самых востребованных. Десятки юношей и девушек хотят работать в этой сфере. Чтобы пройти конкурсные этапы, собралась даже очередь. Кураторам приходилось контролировать ход испытания в ручном режиме. Через 6-7 минут. Параллельно в соседнем кабинете молодежь соревнуется в компетенции организации экскурсионных услуг. Улица Трехсетская является купеческой жилой города с различными лавками и магазинами. Купцы и, соответственно, владельцы этих лавок и магазинов, они не просто там работали, они там жили. И они работали всей душой вот в этой сфере. Помимо занимательного рассказа, все необходимо сопроводить и атрибутикой, чтобы было и наглядно. Среди самых популярных аксессуаров – это жемчуга или какие-то кольца, серьги. А из соседнего кабинета слышатся запахи свежеиспеченного хлеба и ароматного обеда. Здесь проходит соревнование в самой вкусной компетенции – поварское дело. Всего в этом году участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» смогут проявить себя в 20 компетенциях. Чемпионат носит региональный характер и проходит не только в областном центре, но и во многих районах Верхневолжья. Подведение итогов состоится 8 ноября в Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.